Но это, блядь, понятно. Вообще можно переговорить эту хуйню на стриме. Ну честно, можно я на секунду в стрим? На секунду возьму. Ну, вот тут на самом деле очень классно. Пацаны, честно, я вам говорю, конфликта. А где тут переключить на себя камеру? Да, так же капкан два раза. А. Пацаны, честно, конфликт. Исчерпан, по факту. Да, 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 его не было. Он произошел, и в тот же момент был завершен. Кирилл 35 раз извинился перед Берией. При мне только, блядь, наверное, раз, ну, блядь, 15 точно. И трубку пообещал. Да, и трубку пообещал купить. Ну, это уже потом, когда Берия понял, что он проебал ее. Так что, блядь, конфликт был исчерпан на преддверии только всей этой хуйни. Короче, все было заебись, все было нормально. Никакого хуйни не было. То, что вот это... Конфликт, ну, это хуйня все, это полная хуйня. Утром я подохуел, когда лег спать, блядь, что-то глаза открывали, да, и надо мной Берия стоит, блядь. В смысле? Вот там вот. Да, я стою с мачете вот так просто смотрю. С подушкой, блядь. Да, с подушкой. В одной руке подушка, а в другой мачете, я просто смотрю. Серьезно? Ты хуль ты мне об этом не говорил, блядь? Ну он уж лунатил, да, блядь. Он пиздит, блядь, я не сказал. Нет, стоял. Да, нет, ну ладно, было, я стоял. У меня в одной руке был ПМ, пистолет Макарова, а в другой мачете. И на голове подушка такая. Ну я просто три варианта выбирал. Пойдешь? Как... Пойдем? Да, сходим. Без следов просто устраните. Ну, нихуя не выбрал в итоге. Не решился и ушел. Нихуя себе, блядь.